Всем привет, я Евгений Замятин. Дорогие друзья, уважаемые подписчики и новые зрители канала. Это видео специальное. Мы едем с моим щенком, с немецкой овчаркой Дум. Ему 6 месяцев, мы впервые едем на выставку. Выставка собак очень крупная. Проходит в 17 километрах от города Челябинск, в конно-спортивном, в конно-стрелковом клубе. Или как это правильно называется, Быстрай. В общем, такое место на природе. 200 с чем-то там, 60 что ли собак на эту выставку зарегистрировалось, и мы едем впервые. Еще ничего не известно, непонятно, как Дум выступит, но какая особенность у этой выставки? Дело в том, что у меня всю жизнь собаки, и я всегда хотел, чтобы часть моей жизни была связана все-таки с выставками собак, потому что я люблю породистых собак, хочу, чтобы порода закреплялась и в лучших ее представителях, и какую-то маленькую толику причастности к этому я тоже всегда хотел иметь. Но вот у нас как получилось, перед этим была собака крутая, отличная, уникальная, особенная собака. Но когда мы ее купили, нам скрыла хозяйка, которая нам продавала некоторые дефекты у щенка. И в итоге, конечно, ну мы очень любили эту собаку, но выставки были лишены. ОКД занимались, ЗКС первой степени, все у нас было. А вот выставки не было. И вот практически из такой современной, что ли, жизни я могу сказать, что лет 10, наверное, у меня ушло на то, чтобы вот этот сегодняшний день состоялся. Да, для кого-то может показаться, что выставка – это прихоть людей. Да какая разница, какая прихоть? Это важнейшая часть в селекции, в отборе, и сохранении и в развитии породы. Вот что такое выставка. И вот Дум, его 6 месяцев, давайте на него сейчас посмотрим. Вот он сидит в багажнике. Давайте сейчас, пока еще ничего не известно, пожелаем ему, что там, ни хвоста, ни чешуи, ни пуха, ни пера. Вот он лежит, еще не знает, что его ждет. Конечно, он не знает, но ждет его выставка. Как будет эта выставка проходить, какое место займет Дум, как он выступит вообще-то, какое место, что скажут судьи. Вот обо всем этом. И, кстати говоря, это будет, я думаю, очень интересная и полезная тема, у кого собаки, кто тоже готовится к выставкам или впервые тоже едет на выставке. Вот такое видео. Специальное, особенное. Ну что ж, нам всем ни хвоста, ни чешуи, ни пуха, ни пера. Поехали на выставку. Ну вот, мы приехали на, как, в Быстрай или на Быстрай. Конно-стрелковый клуб. Сейчас мимо проходили, там стреляли. Но вот Думчик, смотрите, нас Наталья, наш хендлер, тут же встретила. Мы даже не созванивались. Вот такая вот, сейчас жара стоит, плюс 34 обещали сегодня. Поэтому, чтобы собака, ну Думчик конкретно, собака, не сильно жарко было. Вот такая попона, она вся влажная, специальная такая. Наталья пришла, нам вот так на Думчика мы эту попоночку одели. Ну тоже лайфхак, смотрите, вот если кто в жарких странах живет или летом выставляется, очень полезно. А что, так можно было, что ли? Всяких собачков много, собачек, клеток всяких много. Ну мы с вами еще потом пойдем, когда он будет выставляться, посмотрите саму площадку. Вот, кстати, посмотрите, тоже такая специальная сетка, то ли от комаров, то... А, это тень, смотрите. Что даже если и деревья тени не дают, тут вот эта сетка, видите, между стволами, хоть она тень дает. Дум, скажи нашим подписчикам и новым зрителям канала, Дум готов к труду и к обороне? Ты настроен на великолепную победу этих мгновений? Ну, я думаю, готов. Да, и обратите внимание, я, помните, говорил вам еще весной, когда мы ездили просто смотреть, не были зрителями, что люди привозят всякие рыболовные, ну, как я, вот мои рыболовные люди, он, видите, туристические, привозят всякие столики, кресла, очень полезные. И вот мы тоже сидим в кресле. И, кстати, сейчас вот вы увидите, как еще годится кровать-раскладушка Гризли. Мы тоже с собой взяли кровать-раскладушку, она же лавочка, но на нее можно в случае, если сильно утомился, и прилечь, и присесть. Так что тем, кого такая кровать-раскладушка интересует, пожалуйста, ссылочка в описании. Очень удобно. Ткнули, попали на страничку, заказывайте. Не дешево, не дорого, но очень удобная штука и очень функциональная. Мы пока в ожидании. У нас где-то еще 50 минут до нашего ринга. Вон уже девчонки начали. Вон там вдалеке, видите, это наши инструктора и фитнес-тренеры. Все, они начинают собираться потихоньку. Скоро, очень скоро мы пойдем на ринг. Думаю, стало в попоне хорошо. Видите, такой вот он у нас. В попоне. Тут же конно-стрелковый, да? Ну, будет попона, в общем, здесь как раз канает. Вон какие собаки кругом. И думаю, интересно. Ну вот, мы расположились.
Вот у нас семейный такой выезд. Дедушка у нас. Хозяйка тоже дома. Вот дом в Попоне. Все, мы сюда поставили кресло. Мое рыбацкое, мою рыбацкую раскладушку. Гризли. Так что вот удобно. Тут наши все эти пожитки. А, попить сейчас домчика попоим. Ну, друзья мои, я сейчас могу вас провести на небольшую, что ли, обзорную такую. Ну, вид посмотрите, где дом будет ходить, бегать, прыгать там, приступать. Ой, друзья мои, я вышел сюда, конечно, на ринг. Но очень-очень жарко. Солнце прям палящее. Для Урала это совсем как-то не характерно. Ну, по крайней мере, для Урала этого года точно. Ну, вот, смотрите, тут всякие собачки. Наш ринг в час, поэтому вот к часу куда-нибудь вот сюда вот придем. Ну, в принципе, полянка удобная. Удобная полянка. И рингов много, кстати, и людей много. Ну, 260. Это уже вторые сутки идет выставка. Вернее, тут две, видимо, выставки было. А может, даже и не две, а больше. Ну, вот, пожалуйста. Слушай, я пошел в тень. Очень жарко. Очень жарко. Да ладно! Слушайте, ну вот что такое, вот томительные ожидания, вот томительные, утомительные, чем ожидания. Хуже всего, да, ждать и догонять. Ну, уже к часу подходит время. Дома повели понюхаться, там, чтобы он понюхал. Под привык к рингу. Ринг мы с вами видали под палящим солнцем. Ну все, сейчас минутки на минутку решится. Как же мы с Думчиком выступим? Чего он там, он уже и фитнес. С рук Рамон он идет, дом. Если видите вдалеке, смотрите. Это Думчик идет. Сейчас нам будет что-то говорить, так что все, секретики. Ну все, друзья мои, мы пошли. Вот. Во-первых, в жару идем. Видите, дом с хендлером. Сейчас будем впервые. Вот оно, видите, все происходит, событие. Событие должно произойти. Вот оно происходит, событие. Прям праздник, да, смотрите, музыка играет. Все. Ну все, я здесь стою. Ну, швейцарские овчарки, смотри. В общем, что тут происходит? Я стою здесь, хозяин, мы хозяева стоим здесь. Сейчас собак буду туда-сюда бегать, водить. Судья. И сразу видно. Ну, говорит тоже не по-русски. Все, скоро наша очередь. Так что поздравляю всех, кто переживает и болеет за Дума. Это наш дебют такой, первое выступление на выставке. Самый первый ринг. Вот так что вы свидетели, уважаемые подписчики, да и новые зрители канала. Вы первые зрители и как-то товарищи мои. Ну вот, сейчас БШО закончит. Похоже, там кто-то будет либо Дум водит, либо... Ну, видишь, на жару собак вывели тоже. Что за дела? Ой. Давайте сейчас издалека посмотрим. Я когда мимо проходил, хендлер от меня так дуба. Опа! Прикрыло. Вон он горцует. Ой, готовится. Первый выезд. Владелец собаки породы немецкая овчарка. Номер 19. Срочно в ринг. Номер 2. Повторяю, владелец собаки породы немецкая. Это не мы, друзья. Номер 19. Немецкая овчарка. Фу. Друзья, я напоминаю об одном из главных. Все, выходит Думчик, друзья. Или нет? Нет. К сожалению, поэтому следите за работой своего ринга. Ну, слыхали? Еще раз желаю всем удачи. Удачи. А на рыбалке удачи нельзя желать. А тут, видите, желает прям судья-информатор. Ну, сейчас бегает, это Бэбик бегает, а наш Думчик, видите, в тень пошел. Вот, тенечек. Слушайте, вот там судья, вот сзади меня. Судья, он же там говорит, там, крепкий костяк или что крепкий. Ну, вот Бэбику говорит, он стоит. А мне-то интересно, что про Думчика скажут. Сейчас буду слушать. Мы с вами будем слушать, что про Дума скажут. Дум вышел. Дум вышел. З.
зубы показывает. Господи, пусть он покажет хорошо. Ну пойдем сейчас узнавать, что скажут. Все, пошли. Фу, друзья. Вот смотрите, сколько у меня лет опыта съемок и всего прочего. Там всяких. А все равно снимаю своего щенка. Вот не то, что руки даже дрожат. Сфокусироваться не могу. Нормально. Ну, вообще, смотрите, первый ринг состоялся. Пусть картинка была такая, какая получилась, но Думчику дали самые высшие оценки, которые вообще есть, и он попал в best. Максимально возможный результат, который возможен был на этой выставке, а именно стать лучшим, у нас получилось. Но событие должно произойти, поэтому мы должны дождаться сейчас диплома, где это все будет написано, напечатано. Вы, конечно, увидите все вот эти документы, чем Дума наградили в его первой выставке «Собак в его жизни». Ну вот, друзья, в руках у меня диплом, мы получили документ, Думчик выступил и получил лучшего щенка, всего отличного, там, описание очень такое, очень перспективный лучший щенок, вот, такие эти регалии сейчас у него есть. Ну, дальше будем мы, конечно, расти, развиваться. Я очень рад, что ты, мой друг, был со мной, посмотрел это видео, поболел за Дума и вместе порадовался его первой победе. Лучший щенок Дум. Но у меня нет никаких принципиальных возражений против такого... Что это? Титула, да, это титул. Вот он, диплом, документ, между прочим. Вот он, я весь улыбающийся. Дорогие подписчики, уважаемые новые зрители канала, я призываю всех подписаться на канал. А с вами был Евгений Замятин и щенок немецкой овчарки Дум, как выясняется, лучший щенок, он же Альба Терра Вилла. Большое спасибо хендлеру Наталье Каюковой. Большое спасибо Ольге, фитнес-тренеру, потому что дебют состоялся и состоялся замечательно. С вами был Евгений Замятин. Встретимся на рыбалке.